Сьогодні у нас буде поїздка до Дружковки. 12. Пакуємо, формуємо продуктові набори, харчові набори. Все. Сьогодні 16.06, ми волонтери з Вільнянська, ми отримали список людей, і зараз всіх людей по цьому списку я прозванюю, щоб привезти їм гуманітарну допомогу. Алло, добрий ранок. Виїхали з міста Вільнянськ, їдемо в город Дружковка, веземо людям гуманітарну допомогу. Привезли вам надежду, которую мы сами надеемся на это и хочем сказать об этой надежде, о единственном пути спасения. Вы не думайте, что нам легко говорить, мы сами с Мариуполя. И выехали с от этого всего, мы выехали и хотим вам тоже помочь, чтобы вы тоже имели спасение и спасли. Единственное утешение там в Мариуполе было, это Бог, который не давал нам отчаяться, не давал нам потерять надежду. Это тот путь, который вывел нас с Мариуполя. Это то, на что можно было опираться. И мы хотим этим поделиться с вами. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Мое оправдание. Для того, чтобы он стал Господом. И спасителем моей жизни. Я стал частью его народа. Аминь. Я еще помолюсь за вас немного. Дорогой Господь, благослови каждого человека, который здесь собрался. Пускай в их сердцах будет мир, Господь, который ты положил, который ты оберегаешь, Господь. Пускай ни один снаряд, ни одно оружие, сделанное против нашей...